Итоги среды подведем вместе в студии Дарья Жилина. Здравствуйте и коротко о темах. В Архангельске проверили готовность школ к началу учебного года. Узнаем, какие изменения произошли за это лето. 250 активистов области съехались в Малиновку. Там начался молодежный форум «Команда 29». Что ждет участников? Русские народные танцы и поморская кухня. Побываем в клубе «Калитка», который объединяет разные поколения благодаря северной культуре. Фильм архангельского режиссера Андрея Карасова получил почетную награду на Шукшинском кинофестивале. Автор ленты расскажет о замысле. Тех, кто обманул пенсионеров, накажут. В Архангельске окончено расследование уголовного дела по серии мошенничеств. Согласно материалам следствия, еще в марте злоумышленники приходили в квартиры к пожилым людям и настойчиво предлагали приобрести приборы пожаротушения. Говорили, что это обязательно. Правда, цена-то была завышена. Один из них мне повертел удостоверение якобы. Я его приняла за удостоверение. Корочки красные. Что в стране много пожаров, и что вот постановление правительства было, что население обязано иметь у себя противопожарное устройство. От действий злоумышленников пострадали 4 пенсионерки. Общая сумма причиненного ущерба – около 70 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, подозреваемые в совершении преступления, были установлены и задержаны. Ими оказались трое мужчин 98 и 2000 годов рождений, уроженцы города Воронежа и Забайкальского края. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь точку в деле о серии афер с приборами пожаротушения должен поставить суд. Роспотребнадзор выдал второй школе Архангельска предписание. Столовая не может располагаться на третьем этаже здания. Единственный вариант – только раздача готовых блюд. С таким положением дел руководство учреждения не согласилось и стало искать способы, как обеспечить нормальное горячее питание ребят. Выход нашли и провели большой ремонт. Его оценили мои коллеги, а заодно увидели, что удалось сделать в других школах города за лето. Вторая школа Архангельска в этом учебном году откроет двери для непривычно большого числа детей. Причина объективна. 250 ребят придут из соседней 23-й школы, где сейчас капремонт по президентской программе. При этом своих школяров добрые полтысячи. Но, как отмечает руководство учреждения, мест должно хватить всем. Расширили гардероб, раздевалку перенесли с первого этажа на цокольный, переоборудовали и помещения под учебные кабинеты. Средства выделены из городского бюджета, но хотелось бы сказать большое спасибо депутатам как областного собрания, так и городского, потому что были выделены дополнительные средства. Чтобы отремонтировать столовую, порядка 2 миллионов у нас было выделено. Это поправки депутатов Гордумы. Кроме того, на замену оконных блоков вы видите о том, что по центру тоже городской бюджет, это 16 миллионов, и дополнительно областным бюджетом поддержки Виноградовой Надежды Ивановны 250 тысяч рублей. Кстати, о столовой. Она располагалась на третьем этаже и уступила место актовому залу. Ремонт закончили еще весной. Повод у таких релокаций обоснованный. Роспотребнадзор выставил нам предписание о том, что мы не можем эксплуатировать эту столовую в виде доготовочного цеха, а можем использовать только как буфет-раздаточную, что, ну, по моему личному мнению, не очень хорошо для детей, когда вся продукция готовая привозится и только здесь раздается детям, да, подогревается, раздается. Поэтому мы искали варианты решения этой ситуации. Поэтому на первом этаже здания мы нашли часть помещений, которые можно было приспособить под столовую. А в 12-й школе в 12 часов сегодня рабочий полдень. Школьников за партами еще нет, зато учебников на самый придирчивый любознательский вкус. Комплектацию изданий завершили. Текущий ремонт тоже. За последние 2 года здесь удалось и спортзал обновить, и точку роста создать. Современный класс с интерактивным оборудованием. Все обеспечено, никаких проблем нету. Мы все закупили, все у нас есть. К новому учебному году мы готовы.
Готовности, как принято говорить, с материально-технической точки зрения. На ремонт водосточных систем из городского бюджета выделено 500 000. Всего почти 300 человек перешагнут порог 12-й школы уже 1 сентября. Власти отмечают, что экономическая ситуация и нестабильность цен на рынке вынуждали вносить коррективы в планы ремонтов. Но в итоге на качестве и полноте работ это никак не отразилось. Сегодня все школы участвуют в программах и федеральных, и в областных. Да, и сегодня мы видим, что несмотря на то, что есть сельские школы, городские школы, они все таких модернизированные, они все сегодня достойно выглядят к новому учебному году. И это заслуга сегодня и департамента образования, и области, и города. То есть тот тандем, который позволил сегодня всем школам, в зависимости от экономического положения муниципального образования, участвовать в программах. И сегодня мы видим такие вот, на самом деле, вот школы 21 века. К сегодняшнему дню все 116 учреждений Архангельска, детсады и школы, а также доп. Образования готовы к 1 сентября на 100%. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29. Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку производства по 4-5% годовых и на его развитие по 3%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как отметили в кабинете министров, срок действия льготной программы составит 3 года. При этом кредит можно взять на 10 лет. На полученные средства предприятия, в числе прочего, закупят оборудование, проведут капремонт помещений, а также запустят новые производства. В качестве приоритетных отраслей для реализации этой программы были отобраны сферы обрабатывающего производства, переработка сельхозпродукции, логистика, гостиничный бизнес. Это как раз те сферы, на которые сейчас активно в этих условиях адаптируются. Общий объем программы до 50 миллиардов рублей до конца 2022 года. Новый инструмент поддержки появился благодаря слиянию двух программ по нацпроекту и стимулированию кредитования малых и средних предприятий Банком России и корпорации МСП. Тем временем Минпромторг примет заявки на включение в реестр производителей. Компании смогут вернуть 70% расходов на ТВ-рекламу. Уже с завтрашнего дня, с 18 августа, ведомство начнет принимать документы от бизнеса. На начальном этапе на запуск льготы выделят 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Какие справки нужны для заявок, указано в постановлении правительства. Кстати, оформить их можно в свободной форме. Попавшие в реестр компании должны с 2023 года в течение 3 лет отправлять в министерство отчеты с указанием выручки от продажи товаров. Ее объем должен быть в 5 раз больше, чем расходы на софинансирование рекламы. Добавлю, что компании малого и среднего бизнеса смогут вернуть до 70% расходов на рекламу на телевидении. Крупные производители – до 50%. В Новодвинске завершается летняя оздоровительная кампания. На базе профилактория «Жемчужина Севера» отработала 3-я смена лагеря. Всего же этим летом здесь отдохнули почти 500 детей. Утро в лагере всегда начиналось с линейки, а дальше зарядка. Настроиться на позитивный лад помогал и флешмоб. После энергичной разминки время завтрака. В профилактории дети ели 3 раза в день. Все самое полезное и вкусное. Самое вкусное для меня тут – это груши, которые дают. Вообще я фрукты очень люблю, но груши – это один из самых моих любимых фруктов. Поэтому я считаю, что они тут самые вкусные. Профилактория – учреждение оздоровительное, так что для детей здесь работали целый комплекс процедур, на которые они отправляются после завтрака. Массаж ручной детям по показаниям, при нарушении осанки спинка, при вальгусных стопах стопы. Вот, значит, кислородный коктейль оздоровительный, ингаляции увлажняющие и бассейн. Среди процедур – соляная пещера, кислородные коктейли и плавание в бассейне. Ну а дальше в расписании развлекательная программа и огромное поле для творчества. Каждый выбирает занятия по душе. Большинство родителей даже и рады, потому что ребятки маленькие, да, в основном, что младший возраст, и детей забирают прямо вот охотно домой. После завершения детской оздоровительной кампании в профилактории начнется подготовка к осеннему режиму работы. С октября «Жемчужина Севера» будет принимать уже взрослых отдыхающих. Дарья Евграфова, Ольга Доронина, Регион 29.
В Устьянском районе начался молодежный форум «Команда-29». На него съехались 250 активистов со всей области. Они встретятся с политиками и успешными предпринимателями, создадут собственные социальные проекты, а также примут участие в разработке региональной стратегии военно-патриотического воспитания молодежи. Спустя два года форум «Команда-29» – вновь событие года для молодежи региона. В Малиновку съехались 250 активистов из разных уголков области. Их ждет работа в командах, квизы, проектные мастерские, на которых будут разработаны проекты, направленные в первую очередь на патриотическое воспитание молодого поколения. И уже какие-то практики будем реализовывать совместно, и мы к ним будем приезжать, и они к нам на территорию. Так как мы проводим уже много различных мероприятий, именно наша организация. И это военно-исторические реконструкции, военно-полевые тактические выходы, поисковые экспедиции. То есть и ребята к нам уже и так с других регионов подтягиваются. Тут у меня будет еще более сплоченная большая команда. В команде с известными политиками, предпринимателями ребята смогут зарядиться и замотивировать себя на общественную деятельность. Тем более в этом году к форуму присоединилось руководство области. Очень важно, что в рамках форума мы проводим грантовый конкурс, и мы поддержим самые лучшие инициативы и идеи молодежи. Молодежь у нас замечательная, возможности сегодня для молодежи создаются прекрасные в нашем регионе. Как и обещали организаторы, у участников есть возможность общения с удивительными людьми. Одной из первых стала донецкая поэтесса Анна Ревякина. Мариуполь мой, бездыханное твое тело, сколько дней оно тлело, плавилось и болело. Анна Ревякина не только читала свои стихи, посвященные Донбассу, судьбам людей, мужеству и героизму тех, кто ведет борьбу с нацизмом, но также показала три эпизода документального фильма «Лики Донбасса». Убивали внутри здания, убивали, когда они выпадали с окон. Безусловно, три эпизода из 16 уже отснятых – это мало, чтобы понять героев Донбасса, но много, чтобы осознать ту боль, которую пережили люди. Донбасс какое-то время, вернее, не то чтобы какое-то время, а очень долгое время был в информационной блокаде. И очень мало информации поступало вот за кольцо этой блокады. И сейчас очень важно, конечно, об этом говорить и рассказывать о судьбах людей, которые 8 лет жили в состоянии войны. На форуме пройдет расширенное заседание правительства области, одним из вопросов которого станет утверждение стратегии военно-патриотического воспитания молодежи. Алексей Карельский, Алексей Макеев, Регион 29. Далее секунды рекламы, а после расскажем, в чем секрет настоящих северных пирогов и где их попробовать. Оставайтесь с нами. Торговая сеть «Петровский» пополнилась специализированным рыбным магазином «Трескоед». Свежее, копченое, соленое. Огромный выбор рыбы и морепродуктов в магазине «Трескоед». Галушина, 7. Продолжаем. Кегостров полон культурных достопримечательностей. Одна из ярких – местный клуб «Калитка». Там жители острова занимаются танцами, изучают историю поморов и пекут настоящие северные пироги. В чем их секрет и как их можно попробовать, расскажем в сюжете. История клуба «Калитка» началась с русских народных танцев. Жители острова решили научиться этому богатому искусству и преуспели в нем. Руководитель клуба Елена Гафарова посчитала, что границы русской культуры нужно расширять и рассказывать об исконных традициях детям. Этот замысел исполнился на северной кухне. Гастрономические уроки Елены Гафаровой приучают ребят к здоровой пище. Начали с калиток – открытых поморских бездрожжевых пирожков, с начинкой для которых можно экспериментировать как угодно. К сожалению, мы забыли свои корни, свою традиции. То есть мы почему-то увлекаемся танцами там зарубежными, и тоже в питании тоже. У нас роллы, пиццы, там барбекю разные. Хотя у нас своя традиционная кухня, кулинария, выпечка очень была здоровая. И мы, к сожалению, вот сейчас, на сегодняшний день, ну как-то немножко ее, может быть, недооцениваем. Перед любой практикой необходимо погружение в теорию. Это имеет отношение и к выпечке. Ребята узнают, что мука появляется из пшеницы, а северная калитка благодаря натуральному составу необычайно полезна. И это несмотря на простоту приготовления. Но без финансовой помощи уроки северной кухни были бы невозможны. Центр социальных технологий «Гарант» и предприниматель Елена Образцова купили для клуба электрические печи, кухонное оборудование и формы для юных кулинаров. Мы решили, что мы примем, поддержим. И мы смотрим на то, как дети развиваются,
Очень интересно смотреть, на их концертах бывать. И знаем, что те, кто хотят, не обращаются в фонд, пишут заявки, отчитываются и получают помощь, в том числе от фонда. Руководитель «Калитки» теперь мечтает о том времени, когда у клуба появится новое современное здание, и в нем будут все возможности для творчества жителей острова Кега. Лидия Папуш, Виктория Воронцова, Евгений Зыков, Регион 29. Архангельский режиссер Андрей Карасов вернулся из Алтая с почетной наградой Шукшинского кинофестиваля. Его кинолента «Мятный пряник» рассказывает истории детей, чья жизнь лишена радости. Родители оставили их в приютах. О выборе темы и премьере фильма мы узнали у самого режиссера. Единственная отрада главного героя фильма Сашки Габелкина – мятный пряник. Правда, это угощение лишь изредка может подсластить горькую жизнь мальчика. В детском доме его выдают раз в неделю. Алло, это бюро находок? Я маму потерял. Андрей Карасов, режиссер фильма, часто приезжал волонтером в детские дома, где всегда привносил в жизнь малышей радость. Дарил им игрушки, превращался в Деда Мороза на новогодних праздниках. Но однажды он понял, что может сделать кое-что большее, и приступил к съемкам сложного фильма. Картины, после просмотра которой люди задумываются об истинных смыслах и ценностях жизни. Именно поэтому мы сейчас предпринимаем максимальные усилия, чтобы осенью 2022 года фильм пошел в прокат. К Дню матери, к 27 ноября мы хотим запуститься. Несмотря на то, что фильм еще не вышел в широкий прокат, он уже получил признание, став лауреатом нескольких фестивалей. На «Мятный пряник» люди приходят на первый, если показ приходит, собирается какое-то количество людей, так скажем, не то чтобы ограничено, но ползала, например, как было на Забайкальском, то на оставшиеся 4 сеанса люди в зал уже не влезают. На Шукшинском фестивале картина произвела настоящий фурор. «Мятный пряник» настолько поразил зрителей и жюри, что заслужил одну из главных наград – приз губернатора Алтайского края. И можно уверенно сказать, что лента полностью перевернула мировоззрение артистки, продолжительности династии Бурляевых-Бондарчуков Марии. Я не понимала, что со мной творится после просмотра фильма «Мятный пряник». Но я понимала, что это она. И сейчас, Андрей, встань. Режиссер этого фильма. Андрей, как твоя фамилия? Карасов! Спасибо тебе, что ты ее снял. «Мятный пряник» готовился 6 лет и за это время изменил жизни многих людей. Именно благодаря этому фильму 4 ребенка из разных детских домов страны обрели настоящий дом и любящих родителей. Виктория Воронцова, Ольга Красулина, Регион 29. Таким был этот день, ну а мы желаем вам хороших новостей и до встречи в эфире.